В фойе Зимнего театра участников Великой Отечественной войны встречали девушки-юнармейцы. Они вручали гостям треугольнички с поздравлением от сочинских школьников и предлагали помочь ветеранам подняться по ступенькам в зал театра. Но поколение победителей привыкло рассчитывать на себя. В этот день воспитанники военно-спортивного клуба «Гренадер» имени Виталия Бубенина и другие школьники подготовили для зрителей военно-тематические музыкальные выступления. Поздравил сочинских ветеранов и глава города Анатолий Пахомов. В нашей стране нет ни одной семьи, которую бы война обошла стороной. Мы должны быть достойны памяти наших отцов и дедов, которые ценою невероятных жертв отстояли Родину. Вечная память и низкий поклон солдатам Великой Отечественной войны. Как известно, из Сочи в 1941 году ушло на фронт 20 тысяч человек. 4500 не вернулось. 17 человек получили звание Героев Советского Союза. И сегодня поисковику Артуру Варваштяну, который помогает установить имена воинов, защитивших Сочи от фашистов и похороненных в братской могиле, вручили награду – знак отличия города Сочи.